5 мая, рано утром, когда люди говорят «Христос воскрес», мы здесь собрались в Одессе на Машорно-Удской 65 прославить Всевышнего. И как всегда, Бога, Его всегда много, и я знаю, что это время, когда мы придем и помолимся, прославим Его, и люди уже сегодня получают исцеление. Есть люди, которые примиряются с Богом, потому что все-таки война и много что происходит. Название ретрита – «Меч Господа и меч Гедеона». Суды Господни по всей земле, а для нас, верующих в Него, мы учимся мудрости, как вести себя правильно и хорошо. Шалом всем причастным к этому радостному и торжественному событию, как ретрит в Одессе. Действительно, Роджер, он делает очень огромную и мощную работу. И действительно, это тот служитель Божий, через которого Господь говорит и через слово, говорит через дело, говорит через молитву, говорит через чудеса. И действительно, я верю, что на этом ретрите мы еще увидим много чудес, много знамений, много исцелений и даже освобождений. Окунитесь в эту Божью атмосферу радости, милосердия, любви и обретите свой шалом. Шалом вам всем. Спасибо. Всем привет! Я из общины Новый Иерусалим, и это были благословенные два дня. Первый день начался с прекрасного утра поклонения, и закончили мы в молитве вместе с Роджером Финчем. Было сильное слово о том, как Дух Святой поддерживает огонь в нас, и это было просто невероятное время поклонения, прославления. И мы встретились со всеми еврейскими мессианскими общинами, смогли пообщаться, провести это время в поклонении Господу, и это было действительно благословенное время. Барух Хашем Адонай. Этот ретрит был незабываемый. Столько откровений, столько положительных эмоций, столько встреч с друзьями, с которыми давно не виделась. Это было так круто, просто супер. Всем рекомендую. Ретрит в Одессе, как всегда, это встреча старых и новых друзей. Это время Божьего присутствия, излияния Духа Святого и хорошего отдыха в Господе. Счастлива, что была здесь. Я хочу сказать о том, что вот то слово, которое Роджер и та тема, которую Ребе наш затронул, оно было просто в моем сердце, и это просто очень сильно наполняет, очень сильно касается, потому что я об этом молилась, и это было в моем сердце очень. Это для меня ответ и для многих ответ, потому что тема очень-очень важная в это время. Шалом, друзі! Я сьогодні, після першого дня ретриту в Одеській єврейській месіанській общині, під сильним враженням. Нам завжди, коли ми приходимо і очікуємо Господа, Його наповнення, коли ми схиляємо свої серця перед Ним і очікуємо Його Слова, того Слова, яке дає нам можливість приймати правильні рішення кожен день, живучи на цій землі, і того Слова, яке веде нас в життя вічне. Було
все чудово. Було сильна присутність Духа Святого, було сильне наповнення. І я думаю, що кожне відкрите серце зрозуміє, що хотів для нього відкрити Господь.